Ильдус Маликов многим известен как морж. Два года назад на озере близ деревни Соколка Мамадышского района он установил рекорд Гиннесса, проплыв 10 километров в течение 24 часов в ледяной воде, температура которой составляла плюс 1 градус. На этот раз он решил пробежать из села Соколка Мамадышского района в деревню Холодная Поляна Альметьевского района, где они и живут. Вместе с ним на мероприятие были приглашены руководитель Карабашского отделения Совета Аксакалов Татарстана Фазыл Валиахметов и руководитель Нижнекамского отделения этой организации Василь Камалов. Настроение хорошее. Думаю, что 100 километров преодолею без проблем. Наш путь пройдет через деревни. Планируем встретиться и с проживающими в них братьями-мусульманами. Я расскажу им о преимуществах ведения здорового образа жизни. Председатель Совета Аксакалов Татарстана Рауф Ибрагимов обратил внимание на то, что все участники – пожилые люди. Это один из примеров, который говорит о том, что можно ставить рекорды и в этом возрасте, если вести здоровый образ жизни. Этот марафон проводится не только в связи с праздниками. Наша главная цель – популяризация здорового образа жизни, особенно для молодежи. Сверхмарафон проводится под наблюдением судьи. Участники смогут остановиться на краткосрочный отдых в заранее определенных населенных пунктах. Через населенные пункты проходим. Там будет встреча с некоторыми людьми, с населением. А в общем-то 100 километров он будет проходить без остановки. Все остальные, которые участники, они уже будут проходить сколько, кто сколько может, кто 10 километров, кто 20, кто 50. Но уже 100 километров только он решает за это дело. Победитель международных соревнований по плаванию в ледяной воде Ильдус Маликов уже сегодня начал задумываться о новом рекорде. Он планирует представить его через 2 года в день своего 65-летия. Светлана Ханова, Ильнур Юнусов, Алмаз Камалиев, Алина Петухова. Новости Татарстана.